Эта рубашка сделана из цветка. Да, из этого цветка. И одной невероятной женщиной. Хуан родом из деревни во Вьетнаме, где живут традиционные шелкоделы. Каждый день она видела, как миллионы шелкопрядов погибают, чтобы создать шелк. Это ее расстроило, и она нашла новый способ делать шелк, не убивая шелкопрядов, используя этот цветок. Сначала она собирает растения, разрезает их, разбирает на части и придет их вот так. Затем они проходят ручные машины, пока не превращаются в прекрасную нить для красивой одежды. Не причиняя вреда ни одному шелкопряду, Тхуан показала нам, что иногда нужно нарушать традиции, чтобы создавать новые и лучшие. Увидимся завтра!